В Уральске открыли школу спортивного развития для детей, в том числе и для нуждающихся в особом внимании. Аналогов подобному проекту в Казахстане пока нет, говорят родители. Сегодня моя коллега побывала в этой школе, которая в основном специализируется на велозанятиях. Всего за пару недель малыши с нарушениями в развитии научились многому. К примеру, 8-летний Аслан Айапкали за 3-4 занятия смог самостоятельно управлять велосипедом. У нас диагноз детский аутизм. А свою реабилитацию мы начали давно, с 2 лет. А раньше мы ездили по другим городам, по другим странам. Но в последние 2 года в Уральске очень хорошо продвинулась, скажем так, реабилитация для особенных детей. Мы очень рады, потому что это очень такой новый проект, скажем так, да. Я даже знаю точно, что по Казахстану этого проекта нету даже в больших городах, именно для особенных детей. Мы посещаем уже этот центр 2 недели, и мой ребенок спокойно уже катается на велосипеде. Вот, идет с удовольствием. Нет, до этого он не умел кататься на велосипеде. Велошкола рассчитана на детей от 2 до 15 лет, причем не только особенных, но и нормотипичных малышей. Самых маленьких посетителей в первую очередь знакомят с беговелом. Особенным транспортом в этой велошколе является беговел. Это небольшой велосипед без педалей, он предназначен для развития координации движений. Велоспорт – это один из лучших вариантов активного отдыха. Во время катания на велосипеде ребенок укрепляет мышцы тела, развивает скорость реакции, восполняет недостаток кислорода в крови и получает положительный эмоциональный заряд. Именно в этих целях супруги Жексеновы, которые воспитывают особенного ребенка, открыли данную велошколу. Мой ребенок, например, у него есть нарушение с координацией. А велосипед, беговел очень хорошо развивает координацию, очень хорошо развивает вестибулярный аппарат. И он вообще, в общем, начинает чувствовать свое тело и чувствовать себя в пространстве. Наши дети, ввиду своих нарушений развития, у них теряется связь с нашим миром. У них идет нарушение коммуникации. И наши занятия именно специализированы восстанавливают такие нейронные связи и специализированные занятия для социализации. Кроме велосипеда и беговела, дети здесь могут покататься на роликах и самокатах. Разумеется, под руководством опытных инструкторов. В данной школе их 3. Алмагуль Джампиисова, Алтынбек Тынышкалиев, Алихан Исказиев, Акжайык Акпарат.